Сладкая песня Татьяну Ивлеву наша Раслина. Слово для поздравления предоставляется директору Костанайской областной филармонии имени Елюба Гурзакова господину Евсюкову Александру Сергеевичу. Для меня, наверное, эти 15 лет ансамбля славянской песни пролетели, ну, наверное, как один день или один месяц, потому что они каждый раз удивляли, каждый раз восхищали, они постоянно работали над новыми программами, над новыми произведениями и всегда добивались успеха у зрителей. Я поздравляю всех участников коллектива с этим замечательным 15-летним юбилеем, желаю им счастья, здоровья. Хочу сказать, что подписал сегодня приказ о премировании всех участников. Позвольте, вот Татьяна Валентиновна, выйти пригласить вас сюда и вручить вам приветственный адрес руководителя Управление культуры Акимата Костанайской области Ларисы Александровны Сераус. Здесь как бы жизненное описание вашего польского пути. И я с особыми словами благодарности хочу сказать вам, что вы на самом деле замечательный человек, замечательный руководитель. Вы делаете очень много не только для этого ансамбля, вы делаете очень много для хора народной песни Костанайской зори. Вы очень плодотворно работаете в плане композиции, создания новых произведений, то есть как композитор, и за это вам слова признательности и благодарности. Поэтому я вам вручаю. И еще раз здесь, значит, хочу вручить грамоту нашим ветеранам, хоть они не выглядят так, не назовешь ветеранами, где там? Таня Марцетаева. Таня Марцетаева. Грамота руководителя Мария Бочина. Екатерина Овсянникова. Это цветы где? Девушкам. И всем участникам коллектива цветы. И еще. И наш просто замечательный баянист, душа этого коллектива. Я вам желаю счастья, удачи, здоровья, любви, исполнения желаний и новых творческих проектов, участия в фестивалях республиканских и международных. И, безусловно, победа. Татьяна Валентиновна, вам всего самого лучшего, потому что вы воспитали моих сыновей, которые работали в этом коллективе и сейчас продолжают творить.